Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Нет, Карлса Кастанеду я не читал. Возможно, в те времена, когда я интересовался чтением, его еще просто не издавали. А поэтому я читал других авторов. Фолкнер, Хемингуэя, Маркеса, Ремарка и еще много кого, чьи имена вам, скорее всего, ничего не скажут. На самом деле, все это достаточно депрессивная литература, и, по-моему, не надо искать в ней никакой глубокий внутренний философский смысл. Потому что все эти авторы были не совсем психически здоровы или находились в зависимости от алкоголя и наркотиков, а чаще и то, и другое вместе. Вообще, возможно, вы обратили внимание, что талантливые люди в общепринятом смысле не совсем нормальны. То есть, с одной стороны, Бог наградил их талантом, но в качестве компенсации насыпал им полную панамку тараканов, и эти тараканы прям разбегаются на читателей со страниц их произведений. И если у талантливых музыкантов это еще не так заметно, то у художников и писателей тараканы прямо бросаются в глаза.